Imagine Dragons впервые дадут концерт в Киеве. Коллектив прибудет в украинскую столицу в августе будущего года. В украинскую столицу впервые приедет дать концерт американская инди-рок группа Imagine Dragons. Мероприятие пройдет 31 августа 2018 года в НСК Олимпийском, сообщает пресс-служба ГЭС Концерт. Группа намерена выступить с масштабным концертом в поддержку своего нового альбома «Ивал», который является третьим по счету. Коллектив Imagine Dragons был создан в 2008 году в Лас-Вегасе. Группа исполняет музыку в жанрах инди-рок, альтернативный и электроник-рок. В 2014 году группа удостоилась премии Грэмми в категории «Лучшее исполнение рок-композиции». Ранее корреспондент Net сообщал, что в Киеве был отменен концерт известного российского рэпера Басты. По материалам сайта news.com.